Очень приятно, что у нас сегодня в гостях очень молодая девушка, которая совсем недавно стала израильтянкой, всего 4 месяца тому назад. Это прекрасная пианистка и композитор Настя Садомская. Ну, я не скрою, друзья мои, что мне очень приятно, что она одесситка, так же, как и я, и что, в отличие от меня, она закончила всемирно известную школу Столярского и Одесскую государственную консерваторию. Правильно я говорю? Правильно. Скажи мне, я знаю, что вы еще в Одессе, ты уже стала известным композитором, ты написала музыку к фильму «Редкий дождь». Ты наверняка как-то планируешь свое будущее. Вот тебе больше нравится выступать как пианистка в каких-то концертах или сидеть где-то дома ночью писать музыку? Ну, знаете, спокойнее, конечно, сидеть дома ночью писать музыку. А выгоднее как? И выгоднее. Выгоднее. Ну, в принципе, я очень люблю, да, быть на сцене и хочется иногда. Любишь? Люблю, да. Сейчас получишь. Что ты сыграешь? Я сыграю произведение, есть такой пианист латиноамериканский Мишель Камило. Я сыграю его композицию, которая называется «From Within». Ну, ты мне должна пообещать, что ты к нам еще придешь обязательно и сыграешь свое произведение тоже, потому что это выгодно. Выгодно? Кому? Придешь? Нам выгодно. Придешь? Приду, конечно. К нам, друзья мои, обязательно придет еще Настя Садомская. Сейчас она произведение сыграет Мишеля Камило вместе с оркестром «Мастер». Настя Садомская. Прекрасная пианистка Настя Садомская. А мы продолжаем нашу программу. Я уверена, что сегодня хорошее настроение вам просто гарантировано, потому что сегодня у нас...